Многие звезды интересно поздравили актрису, но больше всех отличился ее коллега из сериала «Интерны». Стареющая душой, но не стареющая телом, так Кристину называют фанаты. Кристина Асмус выставила в свой инстаграм очень красивое фото в честь своего дня рождения. В телеграм-канале People Talk прокомментировали публикацию актрисы: «Еще немного, и Кристина Асмус сможет составить конкуренцию российской модели Лене Перминовой и Тете Моте по красоте фоток в инстаграм». С днем рождения! С днем рождения Кристину поздравили такие звезды, как Рита Дакота. Денис Косяков написал: «С днем рождения, легенда, жена легенды, мать будущих легенд. Вы слишком глубоко суете свой язык», — ответили актеру хейтеры. Ольга Бузова поздравила без знаков препинания весьма странно. А вот Илья Глинников очень трогательно написал: «С прошедшим, Кристинка». Обнял, поцеловал, заплакал. Вероятно, Илья понимает, что Асмус больше не с ним и не в его объятия. Ранее в сети ходили слухи, что Кристину с Ильей связывали не только рабочие отношения. Какое-то время назад их даже уличили в романе на стороне от своих половинок. Возможный роман завязался на площадке, когда герои Варвара Чернос и Глеб Романенко строили отношения на глазах у многомиллионной аудитории зрителей и кинокритиков. Видимо, на Илью нахлынули воспоминания прошедшей любви. Несмотря на обиды, актер пересилил себя и поздравил Кристину с ее днем, и неважно, что поздравил с прошедшим, хоть и день рождения еще не подошел к концу. Расстроенный Илья, вероятно, даже заплакал в конце от такой красивой Кристины. Скорее всего, он скучает по Кристине, но у нее есть семья, муж Гарик Харламов и дочка, а места для Ильи там совсем нет. Гарик Харламов поздравил супругу вместе со своими сестрами, мило и трогательно. В списке поздравляющих также есть сам Евгений Петросян, актриса Дарья Мельникова, Михаил Галустян и многие другие.